Доброго времени суток, магазин Apple Lab приветствует вас. Сейчас у нас на обзоре iPhone 12 Pro в цвете графит. Объемы памяти 128, 256, 512 доступны. Давайте его распечатаем и посмотрим на внешнее состояние. Итак, смотрите, телефон без каких-либо следов эксплуатации, потертости и царапин. Внешнее состояние безупречное, идеальное. Давайте настроим его до главного экрана и посмотрим основные функции. Итак, мы настроили его до главного экрана. Давайте посмотрим основные функции. Начнем, пожалуй, с функции True Tone. Это адаптивность дисплея на окружающую среду. Она тут доступна. Отключив ее, у вас тут холодные оттенки тона. Включив ее, идут более теплые, насыщенные цвета. А далее посмотрим в настройках. Основное об устройстве. Как видите, модель 12 Pro. Версия операционной системы 16. Можно обновить до любой следующей актуальной. Face ID, разумеется, также на месте, можно спокойно настроить. И немаловажный вопрос касаемо аккумулятора. Здесь емкость аккумулятора пиковая, 95% плюс-минус. Бывают и случаи, где 100%. А это основные функции телефона. Также, кстати, можем посмотреть на камеру. В данной модели их три: широкоугольная, обычная и зум. В наличии все цвета, объемы памяти, есть самовывоз, есть доставка по Москве и по всей России. Кому интересно, пишите, будем рады подобрать под вас нужный девайс. Всем удачных покупок!